давайте. Перед вами гібридна форма бурдака сенатор. Сенатор бурдака. Ось сорт. Сорт раннего срока созревания. Вот это первое, в принципе, нормальное плодоношение, потому что куст очень молодой, посажен черенком позапрошлом году. Видите, урожай вполне приличный. Вот. Сорт неплохой. Грозди крупные. Вот. И ягода крупная. Вот. Я думаю, 20 грамм будет. Вот. Поэтому, как для белого сорта, бело-зеленой, с бело-зеленым цветом ягоды, вот, сорт очень даже неплохой. На мой взгляд, это лучше, чем сенатор Павловского. У меня и такой сорт есть. Вот, там и ягода мельче, там и гроздь более плотная. Вот. Ну, в общем, очень много недостатков. Этот сорт намного лучше. Вот, сенатор бурдака. Вот, поэтому, кому хочется посадить сорт с светлой ягодой, на солнце она красивого цвета, почти янтарная. Вот, сорт, ну, еще в настоящее время немножко не созрел. Но вот сейчас Владимир Николаевич продегустирует и скажет, когда он будет готовый. Вот. Вот ягодка. Ну, грозди я, может, не сказал по размеру. Ну, где-то килограмм. Это самый нормальный вес грозди. Больше она не нужна. Вкус приятный, хрустящий. Мясистая такая ягода. Вот. Гармоничный. Вот. Приятный такой вкус. Такую ягоду уже можно кушать. Уже можно сказать, что как закусь к хорошему вину, так высший сорт. Ну, конечно, она не приторно-сладкая, но она, наверное, никогда и не будет такой. Ну, я думаю, через недельку он уже будет совсем готов. Да, через недельку можно вполне ее уже выносить на рынок или самим съедать. Все, да? Ну, спасибо, Василий Евдокимович, что поделились своими наработками. Да, устойчивость я не сказал. Устойчивость к болезни, я думаю, где-то выше средней, потому что даже на пасынках я в Эмильдии особо и не вижу. Вот, ну, может, здесь чуть-чуть. Вот. Так что устойчивость средняя гарантирована, а для склонных сортов даже средняя устойчивость — это хорошая устойчивость. Это, я смотрю, форма такая, что любой дачник может его вырастить. Один раз опрыскали всего-навсего ациданом. Ну, это год на год не приходится. Это да. В этом году у нас лето достаточно было сухое, дождей мало. А так нужно следить. Мильдия — это вещь серьезная, и пропустить нельзя. Нужно хотя бы дважды все-таки опрыскивать. Это не значит, что если я один раз опрыскал, то так нужно делать всем. Нет, это в зависимости от погодных условий. Вот. Не было дождей, я считаю, хватило и одного раза. Ну вот дождей не было и у вас, и у меня, но я опрыскал 4 раза. Вот. И последний раз запрыскал именно потому, что появились признаки Эмильдии и оидиума. Вот, 3 недели назад. А так бы была бы картина совершенно репина, не такая, как сейчас. Против оидиума я немножко сказал неправду. Против оидиума все-таки я дважды опрыскивал. Я просто забыл, что против оидиума очень важно опрыскать в момент распускания почек. Потому что делается искореняющая обработка после открытия кустов. Это уже профилактика против оидиума. Это на лозе вы сможете уничтожить споры гриба. Но споры гриба оидиума зимуют за чешуйкой почек. И искореняющей обработкой вы ничего не добьетесь. Поэтому важно опрыскать в начале распускания почек. Появился один, два, три листочка, и в это время нужно тщательно опрыскать. Вот. Тогда вам будет в дальнейшем проще бороться с оидиумом. Вам достаточно будет после цветения, когда появится уже завязь, ягодка с горошинку, но потом надо обязательно просчитать вот период после опрыскивания и до созревания ягоды, чтобы у вас было не менее 40 дней, потому что там срок ожидания достаточно большой. Прекрасный препарат Халькон. Это, ну, самый лучший. Лучше на сегодняшний день ничего не было. Вот. Но срок ожидания довольно большой. Поэтому, когда вы опрыскиваете, смотрите, какого срока созревания виноград. Если он у вас ультраранний, значит, вам нужно опрыскивать как можно раньше. Только завязь появилась, и вы опрыскаете, чтобы этот срок выдержать до созревания ягоды. Если у вас сорт, допустим, среднего созревания, и он созревает где-то там в сентябре месяце, тогда спешить не стоит, можно чуть попозже, вот, чтобы гарантированно с этой болезнью побороться, чтобы она не вспыхнула в момент созревания ягод, потому что тогда уже ничего сделать не можно. Вот такие несколько советов вам. Хорошо, спасибо, спасибо. Это ценная, конечно, информация для людей, которых опыта еще нету собственного. Вот. И не надо тогда бояться применять. Вот мне часто пишут это самое, что вы пропагандируете опрыскивание химпрепаратами. Но как без них обойтись? Вот. Но если вовремя применять, как вот рассказал Василий Евдокимович, то ничего страшного и нету. Абсолютно. Нужно просто выдержать срок ожидания. Да. Вот. Все почему-то думают, что ага, вот я сам выращиваю, вот я опрыскал, прошел месяц, вроде бы мало. А то, что человек покупает на рынке, и он не знает, что может оно даже вчера опрыскивалось. Это нормально. Или в супермаркете, да. Да, или в супермаркете. Вот. Потому что мне рассказывал человек, директор совхоза с Молдавии, такие вещи, что это вообще уму непостижимо. И покупают, и все считают, что это нормально. А он говорит, как? Вот плантация. Вот. Говорят, что эта уборка будет попозже. А тут какая-то болезнь спихнула. Давай срочно опрыскай. Через 3 дня, говорят, срочно нужен виноград. Начинают убирать. Вот люди покупают и в этих самых же и супермаркетах. И никто даже не задумывается, а когда он был опрыскан. Особенно вот эти европейские сорта, вот эти популярные, типа кардинала с крупной ягой на рынке, там попозже они появляются. Сорт абсолютно неустойчивый. Я знаю, что его обрабатывают не менее 17 раз. Покупает человек и ничего, кушает. Если ты ему сказал, что вот я опрыскал раз еще до цветения, прошло 3 месяца, и он уже сомневается, можно ли его кушать. Можно. Просто надо все делать с умом. И как для себя. И тогда будет все хорошо. Да. Спасибо, Василий Евдокимович, спасибо всем. Вот, всем щедрых урожаев, здоровья. И до встречи в следующих видео. До свидания.